Всем привет! Закуп из Магнита. Привет, ребята! Уходи. Закуп из Магнита на 2485 рублей почти. Вот это практически все до половины из Магнита. Сейчас расскажу. Ой, сок, вот. Да, самое главное. Сок. Сейчас то, что детям нужно отдать, я отдам, чтобы они мне не мешали. Сок по 18 рублей. Вот такие вот акции пошла сейчас на чупа-чупсы. Вот эти кислые. Тихо. По 79 рублей. На, Элиза, разделите с Настей пополам. Идите, кушайте. Да, тоже занеси. И уходи, все, Элиза, уходи, ты мне мешаешь. Быстро, быстро. Настя, идите тоже. Пополам разделите и все. Взяли вот такие вот сосиски от Черкизова, молочные по-черкизовски. Цена 159 рублей. Какие цены, я не буду помнить, я буду подписывать. Так, взяли вот такой вот фарш. Не знаю, первый раз взяли, оставалось только две штуки. Был замороженный, потому что я посмотрела размороженный. Что-то цены, акций никаких нету. Магнитовский, который от самого Магнита, какой-то цвет не очень, в общем, мне не понравился. Я взяла попробовать вот такой вот фарш, говяжий свиной, фирма «Бабушка Марьюшка». Говяжий свиной по составу здесь мясо говядины, мясо свинины, шпик, естественно, белок соевого текстуры, пищевой волокна. В общем, попробуем. Посмотрим, если понравится, в принципе, почему бы не брать. Цена 189 рублей за 900 грамм. Так, сейчас тоже акции идут на вот такие вот Кусто ди Рома. Не знаю, как правильно называется, но, в общем, рожки вот эти 39 рублей. Пачки 450 грамм. Нам нравятся здесь макароны твердых сортов пшеницы, вкусные. По 39 рублей взяли 3 упаковки. Спагетти этой же фирмы, по-моему, 36 рублей. Здесь у нас 450 грамм. Взяли 4 упаковочки сразу же. Молоко взяли магнитовское. Потом вот такие вот круассанчики по 59 рублей. Сахар 45 с копейками, 46 рублей килограмм у меня есть, но на запас, да, если вдруг закончится. Сыр российский по 124, по-моему, рубля. Обязательно смотрите дату, потому что я один раз взяла голландский сыр, еще взяла 2 упаковки. Вот кто следит за обзорами, знает. Взяла еще 2 упаковки и в итоге до дату не посмотрела, быстренько взяла и все. И он у меня, в общем, прям в холодильнике сплесневел. И что-то как-то и... Не знаю, почему мы не стали кушать голландский. Он так-то тоже вкусный. Но вот почему я взяла российский. Хотела тоже взять голландский от Магнита. Но у голландского дата намного дальше. Еще с июля, представляете? А это августовский российский. И посвежее, в общем, я взяла. В итоге остановилась на российском. Потом сейчас акция на вот сыр Сулугуни. Сколько здесь? 300 грамм, 125 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, 120 с чем-то, вот так вот я вам скажу точно. Ну, акция. Я люблю такие сыры всякие, поэтому решила себя немножко побаловать. Валера как-то, он не ахти, дети тоже. Так, смотрите, вот сейчас новые вот такие вот приправы стали привозить в Магните. По сравнению с другими дешевыми, вот эти мне больше понравились. Я как-то взбрала вот такие вот для мяса, вот такую, и мне к мясу, и мне очень понравилось. И вот я сейчас решила взять разных видов. Здесь, во-первых, в пачке намного больше грамм, 40 грамм, нежели вот, поняли какие, да, там еще в Магните есть дешевые по 11 рублей, по 13 рублей. Вот, а вот эти мне понравились как-то больше. Фирма «Восточный гость» вот взяла приправу для картофеля, приправу к мясу, универсальную приправу взяли, потом курицы и для шашлыка. Сейчас время шашлыков уже заканчивается, осень, но иногда вот я тоже в какое-нибудь блюдо добавляю для шашлыка. Вафли. Мне вот эти вафли тоже очень нравятся, магнитовские. Они вот такие, как раньше были, такие
Ну, смотреть по свежести тоже надо, потому что старых тоже очень много. Вот, 18 рублей. Вот такая вот упаковочка. Вот такие вот взяли печеньки. Сейчас же у нас школа, и поэтому нам надо обязательно что-нибудь к чаю. Кокосовые Орео. А, так, сколько стоит? 36 рублей. 39 рублей как раз скидка на них была. Упаковочка. Так, потом взяли вот такую французские пряности и чеснок заправку. Очень вкусная. Вот это вот прям очень вкусно. Их в любое блюдо. Есть еще, вот я люблю готовить этой же фирмы заправка, но та больше к спагетти подходит, там из вяленых томатов. В общем, вот это вот прям универсальное. И вот рекомендую. С картошечкой, здесь чесночком. Внутри, видите, вон. Вот эти все стоят. Акции тоже бывают по 80. Вот по акции за 89 рублей я взяла. Вот здесь вот всякие пряности внутри. Там взяла масло. Вот это «Щедрое лето» 84 рубля по скидке тоже. А, добрый сок персиковый. Так, ну вот эти вот по 18 рублей. Потом вот такие вот печеньки взяла. Сдобные палочки с джемом малиновым. Да, земляничным. Так, цену подпишу. А, вот эти юбилейные пачка 21 рубль. Тоже сейчас акции идут, на них взяли. Попробовать вот такую лапшу гречневую. Надо еще купить соевый соус. Ну, что-то мы как-то мимо прошли. Но взяли, пусть лежит, попробуем какое-нибудь блюдо сделать. Так, чипсы. Чипсы какие-то варёные, лосось в сливочном соусе. Это Валера себе купил. Яйца домашние. И Валера не мог пройти мимо. Вот это вот. Перца, чили. Такие здесь маленькие перчинки. Еще и скидка была на них. Вот за эту баночку фирмы «Дядя Ваня» 119 рублей. И вот он что-то говорит: так, хочу покушать перчики. Именно вот такие маленькие. А вот это, так, еще и лук мы взяли по 26 рублей. Так, здесь мы заехали рядышком местный магазин и купили нектаринки по 90 рублей, участника по 90 рублей. Потом взяли вот такую колбасу какую-то, ну, в общем, эта палка вышла на 300 рублей. Валера говорит: хочу именно вот колбасу с перцем чили. Перцы взяла побольше, хочу заморозить на зиму, нарезать и заморозить. Перцы у нас вот эти по 45 рублей. И семечки две пачки. В общем, это понятно, вот то, что из магазина у нас вышло на 700 рублей, а еще вот мы арбуз купили участников на 700 там с чем-то, а из Магнита вышло на 2484 рубля. Вот такие покупочки. Ну, думаю, в принципе, неплохо. Вот если туда вот так не смотреть, да, на 2500 почти. Обзор из магазина «Магнит Косметик» и «Светофора». Покажу, что мы купили в этих магазинах. Начнем с «Магнит Косметик». Смотрите, сейчас проходит акция, скидки вот на такие вот половники фирмы «Kitchen Tools». Вот этот половник я купила за 59 рублей. Здесь силиконовый сам половничек, деревянная крышка. Довольно такая удобная. Небольшой размер, то есть примерно вот по моей руке. Ну, может быть, чуть меньше моей ладошки. Чуть меньше моей ладошки. Посмотрела, вроде неплохие. Без акции, без скидки цена вот на такой половник 249 рублей, если я не ошибаюсь, 249-269 рублей. Довольно удобная. Ручка такая, не совсем маленькая. Ну, в общем, стандартный половничек. Так что смотрите, вот на такие фирмы тоже бывают. Потому что я посмотрела, есть еще алюминиевые, такие обычные, да, алюминиевые. А иногда надо вот именно половник, например, что-нибудь готовишь такое, типа тушеных блюд, где с бульоном, и в сковородке, или тот же подлив, и вот именно половничком надо бы положить, а вот у его как раз у меня не было. Было пластиковое, вот силиконовых не было. Дальше. Не первый раз я уже беру вот эту вот
фирму Олен. Это кондиционер для волос. К сожалению, бальзама не было. До этого я брала бальзам, но взяла в итоге кондиционер, потому что у меня есть маска для волос. То есть, ну, кондиционер, думаю, неплохо. Взяла тоже первый раз попробовать. На них сейчас скидка 279 рублей. Здесь 500 миллилитров. Я брала шампунь этой фирмы и брала бальзам, как я уже говорила. Мне очень-очень сильно понравилось. Олен — это вообще профессиональная фирма. Шампуни там очень много. Спрей, есть спрей 15 в одном, тоже неплохой. То есть вот поэтому я прям влюбилась вот в этот продукт. Дальше взяла для унитаза Утенок 5 в одном. Вот что я хочу сказать. Хочу сказать то, что я больше светофорию не буду вот этот зеленый для унитазов, для ванн брать средства. Потому что у меня весь унитаз начал покрываться ржавчиной. Я очень долго покупала просто в светофоре вот этот зеленый. Он, во-первых, ну, вроде бы, ну, моет и моет, понятно, а ржавчину и защиту от ржавчины не придает. Поэтому я вот сейчас буду переходить, искать какие-то вот варианты. До этого пользовалась вот такими средствами, типа Утенка, Доместосом и так далее. Не было проблем с ржавчиной, да, а здесь прям вообще. И вот взяла вот этот Утенок, как раз тоже была скидка Магнит Косметик, 900 миллилитров за 129 рублей акция. И взяла Фэри. Фэри гранату тоже первый раз взяли попробовать. 145 рублей тоже по акции. Светофор. В светофоре мы взяли вот таких вот 12 банок томатной пасты. Это мы взяли маме. Мама попробовала, ей очень понравилось. Говорит: Алвин, возьми еще 12 банок. Почему так много? Потому что мы сейчас пошли в школу, понятное дело, и так часто, скорее всего, к маме не получится приезжать. А светофора у нее рядом поблизости нет, так как нам, да, то есть у нас ей сюда надо ехать, в светофор самый ближайший. И вот Алвин говорит: уже возьми мне, пусть у меня будет. Мама запасливый человек, как и я теперь, глядя на нее. Гостовская томатная паста, офигенная. Состав томатная паста, вода питьевая, соль. То есть, ну, томаты как бы. И все натуральное. 55 рублей одна баночка. И вот она сказала, правда, 10 штук, но в упаковке 12 штук мы уже взяли. Потом привезли вот такие буковые, классные, разделочные доски. Естественно, я тоже не могла пройтись. Она такая тяжелая. Размер 20 на 30. Материал бук, толщина 2 сантиметра, производство в России. Такая классная, потому что обычно покупаешь вот эти тонкие, и они начинают как-то кривиться. Все равно же моешь, дерево деформируется, и в итоге все неровно получается. И вот я захотела 220 рублей такие досочки. В Магните посмотрела 500 рублей вот на такую доску. Ну, я не помню, скидка там была или не была. Ну, неважно, все равно. Это, я считаю, в светофоре находка. Вот за такую цену это реальная находка. Дальше взяли вот такие вот мультизлаковые конфеты с белой темной глазурью. И Лиза у нас любит такие конфетки. Не, вообще я приветствую вот такие вот злаковые всякие штуки. Куда лучше, чем просто там карамель, да? И вот уже взяли вот эта пачка. Стоит 129 рублей. Сколько здесь? Здесь полкило за 129 рублей. Дальше взяли, естественно, порошок Бимакс. Сейчас время, начнется осень. Надо обязательно запасаться порошком. 302 рубля, потому что у нас грязь, у нас все. Скоро начнется большие стирки. Сейчас снова, не снова, а начали привозить вот такие вот трубочки молочные в упаковке. 25 трубочек, 119 рублей, если я не ошибаюсь. 25 трубочек, разные всякие вкусы. В фикс-прайсе одна, по-моему, трубочка около 10 рублей, да, стоит. Вот здесь много-много-много. Как раз сейчас перед школой будет им классно. Вот здесь, видите, всякие разные, как и миксованные даже есть. Дети у нас
детям понравилась, в общем, такая. Дальше. Кухмастер острый по-грузински взяли, томатный соус. Кухмастер мужу нравится. Я соусы эти особо не люблю, а муж прям кайфует вот от всяких вот таких вот. Кстати, Настя у нас тоже любит. И поэтому мы уже взяли тоже попробовать. Валера, точнее, взял попробовать. Ну, Кухмастер хорошая фирма. А, цена что-то 50, не помню сколько, но где-то в районе 60 рублей. Салфетки. Потом взяла ватные палочки. Взяла вот это. Сейчас, наверное, посмотрит, скажет, куда тебе столько. А мне это надо. Потому что я запасливый тоже человек. И мне нравится, когда лежит много и нормально. В общем, а это по 38 рублей. И бывает, многие знают такие моменты, когда зайдешь, и уже этого нету. А уже жалко отдавать 100 с лишним рублей, да, за упаковку вот этих вот Always. Потом взяла вот очиститель, средство для мытья стекол и зеркал. Мне очень нравится. 43 рубля, большая упаковка. Я мою им все. Просто все. Двери, всякие ручки. Так быстро грязь сходит на спиртовой же основе. Поэтому мы уже взяли. Потом взяли вот такие кисточки. 3 штучки в упаковке, 28 рублей. Взяли новые вот такие конфеты попробовать. Это мама попросила. Я уже уберу, не буду доставать. В общем, мама попробует. Посмотрим, стоит брать или нет. Говорит, Алвин, возьми какие-нибудь вкусные. Но посмотрела, из всех вкусных были только вот эти вот. Здесь вот разные виды. С молочной начинкой и шоколадной начинкой. Что-то типа трюфеля, да? Такого. Вот такие вот. С феромонами, одеколончики. Муж у нас после бритья всегда брызгает. 99 рублей. Взяли голубенького цвета, не знаю, как по запаху, но после бритья не думаю, что он прям уж очень сильно стойкий. Как бы все равно выветрится, даже если, например, нам запах не понравится. Ну, вот такие вот покупки. В светофоре наши покупки вышли на 1300 рублей, у мамы вышло где-то 800 рублей, да, где-то вот, вот так вот. А, еще масло мы маме сливочное купили. Ну вот, такие у нас покупочки.